Intelligence operatives in North Africa have uncovered a plan to assassinate Winston Churchill. The source is unclear, but they also mention a fresh deployment of specialized troops for the task. More elites? And then my name comes up. Even your desert ghost can't stop them. Which brings me back to Siwa, won and lost since my last visit, once again held by Axis forces. Somewhere in its walls are answers to new questions. I'll approach from the north, with a choice of entrances. Inside, I should prioritize shutting down their communications before I look for answers. Perhaps set up a distraction and take out any targets of opportunity. Enemy presence looks like it shouldn't pose much of a problem. I should still remain prepared. It won't hurt to carry a few grenades. Some dynamite, too, for a quick exit. Gotta find some answers. Дорогие друзья, всем большой привет, у микрофона Агент Фокс, и я продолжаю проходить DLC Sniper Elite 3. Это у нас первый эпизод из цикла «Спасти Черчилля». Вот, это у нас первый эпизод «В тени» называется. Да. Что ж, ладно, ребята, вот в скором времени мое прохождение Sniper Elite 3 подойдет к концу. Да, осталось еще три эпизода из цикла «Спасти Черчилля». Вот, и на этом все, ребят, я окончательно... закончу со Sniper Elite 3. Все, ребят, повторюсь еще раз, я в него уже окончательно наигрался. Бамс. Получай. Ну что ж, ладненько, ребят. Сейчас нам нужно вот добраться до... Вот, еще сначала нам нужно перерезать коммуникации. Вот, да. Так, так вот, тут охранники, можете послушать, о чем они говорят. Вот. Так, окей, ладно. Так, сейчас мы подошли вот так вот этому хэду и второму хэду. Так, окей, ладно. Сейчас нам нужно саботировать башню. Или перерезать коммуникации или что-то в этом роде. Так, окей. Ну, все нормально, ребятушки, мы с вами справимся. Получай. Вот и все, все чисто. Так. Так, сейчас мы с вами вот так вот. Бам! Все. Коммуникации мы перерезали. Все. Так, отлично. Так, 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 так. Так, вот, ребятушки, вот по возможности устраните вот еще одно побочное задание, по возможности устранить. Вот высокопоставленных офицеров. Вот, но я, ребята, вот, я повторюсь, я выполняю все побочные задания. Вот, да, я как в основной сюжетной, так и в побочных миссиях. Так, а точнее, в DLC миссиях, ребят, простите, я оговорился. Так вот, я вот... Вот дополнение... В дополнениях убить... Вот спасти Черчилля, вот, ребята. Там, там в этих эпизодах тоже есть, ребят, побочные задания. Поэтому да, ребята, я во всех миссиях пройду, выполню побочные задания. Вот, ничего не оставлю. Не буду. Бамс. Вот. Так, окей, ладненько. Сейчас нам нужно... А, так, у нас еще, кстати, по поводу побочных заданий, ребят. У нас еще и вот... вот еще одно появилось, это... уничтожить вражеский провиант, то есть провизию вражескую уничтожить. Да. Так что да, ребятушки. Вот у нас заданий не слишком много, но и этого достаточно, чтобы в общем, ребят, в общем, выполнили. Так, сейчас, ребята, нам нужно, я решил сначала выполнить побочные задания, прежде чем идти вот к главной цели. Вот там нужно палатку обыскать, вот, и...
Ну и вот, но там, к сожалению, ребята, нас неприятный, нашего Карла ожидает неприятный сюрприз. Поэтому да. Но все равно будет интересно. Так, 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 окей. А, вот так. Так. Этому я хэт. Так вот, найдите вот... в общем, ребят, нам нужно главную палатку найти. Вот, да. Так, 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 так. Так, а сейчас вот там еще два солдатея. Вот, нужно лучше их вырубить. А вот после того, как мы войдем в главную палатку, там, ребятушки, нас впереди ожидает неприятный сюрприз. Вот. Поэтому да, ребят. Так, так, два солдатея болтает, вот. Вот я решил дождаться момента, пока они тут договорятся. Вот все, сейчас вот они договорили. Бам, бам. Вот и все. Отлично. Так, ну что ж, ладно. Пока что, вот, пока мы с вами не выполним побочные задания, мы с вами не пойдем главной палатки. И вот еще, ребятушки, вот, если вы доберетесь до главной палатки, не убив ни одного человека, получите достижение жизни в тени. Вот, плюс, ребята, если вы пройдете эту миссию, не используя медикаменты, ребят, то тогда вот тоже получите достижение. Вот, но повторюсь, я все достижения, все каждому дополнению открыл. То есть, вот, открыл 7 достижений, вот, убил фюрера, вот, все 7 способами. Открыл достижение вот в первом, втором и третьем эпизодах «Спасти Черчилля». В общем, ребятушки, вот я все. Я прошел эту игру на 100%. То есть не только вот основную сюжетную линию, но и дополнение вот прошел на 100%. Вот так вот. Вот и все. Ну что ж, еще двумя офицерами меньше. Вот, остался последний офицер. Плюс, вот, не забывайте, ребята, что нужно еще вот вражескую провизию уничтожить. Вот. За это тоже, ребята, вам засчитаю за дополнительные очки. Вот, правда, насколько я вот помню, ребята, вот за если вы сожжете вражеский провиант, то за это никаких достижений не дают. Вот, это вот за то, что я перечислил, за вот... За попытку, за успешную попытку добраться до палатки, никого не убив. Это вот, то есть, жизнь в тени. Ну и вот, пройти эту миссию, не используя аптечек. Вот, за это дают достижение. Да. Так что ж, ладно, ребята, что ж, вражеская провизия уже не близко, очень близкая, но... Здесь надо поаккуратнее, ибо тут трое охранников, нужно обязательно их вырубить. Чтобы, иначе они вам не дадут уничтожить. Вот, провиант. Так, 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 так. Где ты там? Покажи свою губу. Вот и все, отлично. Все, вот она, вражеская провизия, и вот, да. И вот, да, кстати, тут три побочных миссии. Три побочных задания, ребят. Вот. Так. Так, 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 так. Вот сейчас нам нужен кремень и огнево. Вот, используйте его, чтобы уничтожить провизию. Окей, ладно, все. Отлично. Вот, кстати, ребята, вот и мне вот еще одно непонятно, как кремень и огнево могут привлекать внимание. Вот, как внимание противника, вот это вот мне непонятно. Бам. Вот. Так, сейчас вот все загорится. Бамс, вот и все. Все, провизию мы вражескую уничтожили, все, отлично. Да, все. Так, еще одно побочное задание мы выполнили. Но это еще, ребятушки, не все. Нужно еще последнего офицера найти и устранить. Вот, да. Поэтому вот. Так. Ай-яй. Вот и все. Вот, побочное задание выполнено. Вот, ребятушки, все. Вот, стоило мне только продумать про вражеского офицера. Вот, как он тут сам появился. Так, 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 так.
Так. Так, шлеп. Так, тихо. Так. Бам! Хедшот. Так, тихо. Не палить меня. Так. Что ж, я вам, ребята, настоятельно рекомендую все вот как можно больше охранников вырубить, а не то иначе, ребят. Вот, повторюсь, вот Карла ожидает неприятный сюрприз, а вот. Да. Поэтому вот. Так, так, блин, вот там вот, ребята, немец-то нас палят, а вот я не сразу понял, откуда он палит, но последний момент только вот догадался, что он в этом здании, вот, и где мы, вот, в основной сюжетной линии, вот, на миссия Оазис Сива, обыскивали, вот, ящик, и вот, обыскивали, вот, и кабинет, вот, где было раскрыто предательство Валена. Так, 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 так. Вот. Так, 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 так. Так, вот он, охранник. Ну-ка. Шляп. Вот так вот. Все, ребят. Сейчас я поустраню еще нескольких охранников. Да. Так, ну-кась. Давай, 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 подходи поближе. Бам. Так, вот и все. Вот, повторюсь, ребятушки, я играю на средней сложности. Вот, на элитном снайпере я не стал проходить. Так. Так, окей, ладно. Сейчас, ребятушки, я решил попробовать вот использовать источник. Вот, маскировочные. Маскирующий выстрел. Вот, вон, да. Так, 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 так. Так, ага. Вот, звук. Маскировочный звук вот работает. Так. Сейчас надо бы вот этого товарища вырубить. Так, но почему-то вот он. Вот я не. Вот, держу пари, я слишком далеко вот от этого генератора, который я вырубил из строя. Вот, поэтому да, ребята, я вот, не, наверное, все-таки не смогу вырубить нескольких охранников. Вот, с помощью замаскированного выстрела. Ну, и, точнее, вот смогу, наоборот, нескольких. Но, к сожалению, ребята, всех я точно громкими маскирующими выстрелами, вот, не смогу. Скорее всего. Так. Так, тихо. Так, давайте, 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 подходите. Так. Пам. Вот так вот. И тебе хэд. Отлично. Вот и все. Охранников я этих двоих убрал. А вот того, который я отметил, придется, наверное, по старинке. Вот. Так, 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 так. Вот, а тут у нас есть проход. Так. Так, 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 так. Вот. А, тут еще и два охранника. Окей, ладно. Так, сейчас вот это. Бам. А на этом я решил сэкономить патрончики. Этого я решил в ближнем бою. Вот, а сейчас, ребятушки, идемте. Вот, к этой главной палатке. Сейчас мы, я еще тут еще решил посмотреться. Вот так. О, патроны есть, отлично. И аптечка. Так, вот еще что-то нашел. Бинт. Так, ну что ж, ребятушки, сейчас ходим в палатку и смотрим ролик. Welcome back to Siva, Ghost. Yours, Hopeful. Вот, ребятушки, вот тот самый неприятный сюрприз, про который я говорил. Вот видите, это тут, здесь нас, ой, точнее, в общем, Карла ждала с досады. Так, тихо-тихо. Тихо-тихо, не торопимся. Так. На тебе. Так, я решил парочку немцев поубивать, чтобы
немножко облегчить себе побег. Получай. Так. Так, 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 так. Так, ой, там охранник. Там, блин, ёп. Здесь солдатей с дробовиками. На. Ну и тебе привет. Вот так вот. Так, фух, пронесло. Так, а сейчас нам надо уйти из поля зрения. Вот, подожди, пока. Вот охранники успокоятся. Так, тихо. На, да умри ты. На! Тебе в лицо. Так, все, ребятушки, сейчас нам нужно быстренько отходить. Вот чтобы охранники нас потеряли. Так, ребятушки, все, охранники вот нас потеряли, но видите, радар все еще красный. Вот сейчас они пока успокоятся. Да. Пока они успокоятся, и вот. Да. Вот. И вот только тогда, ребятушки, более-менее станет безопасно. Тогда они, вот, когда вот радар перестанет мигать красным, тогда вот, вот охранники успокоятся и перестанут кипишить. Так, давайте, давайте, охранники, прекращайте уже кипишить. И дайте мне спокойно уйти. Так, ай-яй, получил урон по тени, ну да пофиг. Так, вот все. Все чисто, вот охранники меня потеряли. Все, и перестали кипишить. Вот, окончательно успокоились. И вот сейчас, а сейчас мне надо вот в ближайшей точке вот спасения вот направляться. И вот все, сейчас я выполнил задание. Вот все, сейчас мне надо спастись самому. Так, тихо. Получай. На. Вот так вот. Так, 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 так. На тебе, хэд. Так, окей, ладно. Ближайшая точка вот уже не слишком далеко, и вот, но все равно надо поаккуратнее было. Вот опять немцы заподозрили присутствие Карла. Так. Так, тихо, тихо, тихо. Так, где ты там, высуни свое личико. Тихо. Так, тихо. Так, тихо. Готов. Вот, если вы вывели из строя, ребят, противника, то не забывайте, что вот даже выведенный из строя вот противник может заподозрить ваше присутствие. То есть радар может все равно желтым засветиться. Так, вот она. А, вот точка отхода. Так, все, отпрыгаем. Так, все, ребятушки. Так, вот и отлично. Так, все, ребятушки, сейчас нам нужно вот, вот скрыться вот из города. Так. Так, тут эсмина. Вот. Так, окей, ладненько. Сейчас, ребятушки, вот, вот я повторюсь, ребята, если вы не используете в этой миссии медикаменты, то, то получите достижение. Да. И вот здесь, ребятушки, я решил вот действовать в стиле Сэма Фишера. Вот, я решил не попадаться первым охранникам на глаза, и вот часть охранников я решил обойти. Вот, да. Поэтому вот. Так, 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 так. Где забор? Вот он забор, ребята. Вот видите, вот тут уже патрули прочесывают местность. Вот, и... Вот, я решил как Сэм, в стиле Сэма Фишера обойти, и вот, и все, никто меня не видит. Вот, но, к сожалению, ребятушки, мне, кстати, пришлось вырубить одного охранника. Вот, да. И вот, ибо он мог меня запалить. Так что да, ребят. Вот. Так, 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 так. Так. Все, вот, я... приближаюсь вот уже к пределам вот вот этой локации. Вот, да, вот там, кстати, ребята, видите, там уже там вот, если мне в зависимости от сложности, тут, ребята, бронемашина может появиться. Да, поэтому, ребятушки, будьте поосторожней. Так, 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 вот он, охранник, вот которого мне, к сожалению, пришлось вырубить. Вот, бам.
Вот и все. А сейчас, ребятушки, все. Уходим отсюда. Все, мы уже... Вот он грузовик, который нам... Да. Drive. You're gonna tell me everything you know. The driver called them Schutzwolstrecker. Said their base is in the Reef Mountains. My turn to pay him a visit. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. На этом я пока с вами попрощаюсь. Первый эпизод подошел к концу. Но повторюсь, я пока попрощаюсь с вами. С вами был, как всегда, я, агент Фокс, и мое прохождение Снайпер Элита 3 «Спасти Черчилля». Да. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписаться, прокомментировать, поставить оценки, ну и все такое прочее. В общем, ребята и девчата, на этом все, пока. Пока, до встречи в следующем эпизоде.